Финансовые вливания. Почти 500 миллионов рублей получит программа капитальных вложений. Депутаты городской думы на профильном комитете рассмотрели изменения доходной и расходной части бюджета. Из 24 муниципальных программ по 15 предусмотрены дополнительные денежные средства. По скольки программам идет увеличение, по скольки снижение? Сколько остается на уровне? 15 программ увеличивается. И 3 программы уменьшаются. Дополнительные средства, около 300 миллионов рублей, на условиях софинансирования пойдут на строительство 3 детских садов и школы в микрорайоне Ореховая Сопка. Еще 150 миллионов рублей необходимы на содержание и ремонт дорог, ливневых коллекторов. Деньги будут выделены и на восстановление Дома культуры в поселке имени Горького. Также в этом году планируется закончить возведение 5-й секции Тунгусского водозабора. Свою часть денег в этот объект готов вложить и федеральный центр. Подтверждение есть утвержденный перечень АИП этот как бы и федеральный есть, и краевой, где эти суммы предусмотрены нам, городу Хабаровску. Сокращение в этом году коснется строительства второй очереди канализации источных вод. Дополнительные финансовые вливания в федеральном и краевом бюджете пока не предусмотрены. Татьяна Токарь, Дмитрий Еремин, Хабаровская.